Hi. I'm Cortana. Welcome to One Tile Podcast. Have a good time. Здравствуйте, друзья! С вами, как обычно, портал OneTile.ru, и мы с небольшим опозданием на целую неделю, или даже на две, как правильно посчитать, выходим к вам в эфир немножко сокращенным составом. Меня без изменений зовут Артур Бакиров, и вместе со мной в одном скайпе, скажем так, основатель портала OneTile.ru Дмитрий Гонькин. Привет. И Руслан Полонкоев. Привет. Который поделится тоже много чем интересным из мира высоких технологий, IT и всего самого интересного того, что мы с вами любим обсуждать или не любим обсуждать, нам приходится, поскольку сценарий недели нет. Кстати, это была одна из больших причин, почему в прошлой неделе толком мы не смогли записаться, потому что тематик, которую можно было бы обсуждать, на самом деле было не так уж и много. И Microsoft был тогда скуп, в принципе, на информацию, но сейчас, надеюсь, все исправится, и мы будем с вами довольны и расскажем что-нибудь классненькое. Начать мы хотели, на самом деле, немножко с расширяющей темы, которую начали еще на прошлом подкасте. Это Windows 10 Cloud. Тогда мы, в принципе, сидели и занимались гаданием на кофейной гуще от Иванги и думали о том, что это такое, в принципе, зачем оно нужно и кто это будет использовать. Ответ, на самом деле, настиг нас очень быстро после выхода подкаста, и все это, в принципе, проявилось путем сливания сборки клауда в сеть. Прав оказался наш Александр, которого, к сожалению, сегодня нет, о том, что это будет просто restriction-версия десятки, заточенная под метроприложение из магазина. И ну, она при этом будет ставиться на, как минимум, и на 86-е процессоры Intel. Соответственно, это такая как раз-таки получается аналог хромбуков, весьма вероятно, потому что эта версия будет либо невероятно дешевой, либо, скорее всего, как мне кажется, бесплатной. Подробности которого были, собственно, вытянуты из клауда, мы их, и сборки, точнее, клауда, мы хотели бы обсудить сегодня. Поэтому, друзья, скажите, вы начнете, я начну, как вам удобнее. Ну, давай я начну, потому что я эту сборку сразу же поставил, скачал, установил, походил по ней и понял такую вещь, то, что у меня появляются страхи, что Microsoft наступает на грабли второй раз. Мы в тот раз уже обсуждали, что есть негативная такая история про Windows RT, когда приложение только из Store и только под ARM. И вот сейчас опять получается то же самое. То есть с Windows 10 Cloud, получается, Microsoft откидывает всю библиотеку приложений, которая была создана в течение последних, считаю, уже 30 лет. Потому что некоторые приложения очень старые, на самом деле, написаны еще для DOS-а. Конечно, ими сейчас мало кто пользуется, но тем не менее. Последние там 10-15 лет, когда компьютеры с Windows стали вот буквально в каждой семье появляться, приложений стало очень много, и отказываться от них как минимум странно. В конце концов, Windows Store еще не настолько развит, не настолько богат на кучу всяких разнообразных приложений, чтобы вот найти в нем все, что нужно. Опять же, я поднимал тогда в статье вопрос сторонник браузеров. Меня можно назвать хейтером, но, откровенно говоря, Edge мне не нравится как браузер. Он более-менее нормально все рендерит, но как приложение он для меня пока что очень неудобен. И я, к своему сожалению, пользуюсь Chrome. И вот, например, я получаю устройство с Windows 10 Cloud, и что мне делать? Chrome в Store нет. При попытке установить его на свой компьютер я получу сообщение: извините, ваша сборка, ваша версия Windows 10 не такая уж хорошая, чтобы использовать Chrome. Все, я буду расстроен и опечален. Вот, более того, в Windows Store есть уже сконвертированные приложения x86, например, клиент Messenger Slack. Опять же, я его установил. Самое интересное, то, что у меня получилось его установить на эту сборку Windows 10 Cloud. Но при этом, при попытке запуска, мне сказали, типа, иди нафиг. Твоя сборка недостаточно хорошая. Или твоя версия недостаточно хорошая. Я уж не помню точно, какое там сообщение было. В общем, если обычный пользователь, которому в магазине продали ноутбук с Windows 10 Cloud, как обычный ноут с Windows, он придет, поставит, попытается поставить тот же Chrome,
получит ошибку и начнется просто поток негатива. Окей, а для чего в таком случае нужна вообще это Windows 10 Cloud? Понятно, бесплатно, окей, но если ничего не работает, зачем она нужна? Не, ну почему ничего не работает? На самом деле Windows Store много приложений, которые должны удовлетворить как бы, процентов 60-70 от потребностей общего, такого среднего совсем пользователя. То есть там есть и игрушки, и мессенджеры. Кстати, вот Telegram скоро появится. Я думаю, вот эту фишку пофиксит с тем, что классические приложения конвертированные не работают нормально. Я думаю, они будут работать, потому что сборка, которая утекла, она очень и очень сырая. Там прям местами... Там, на самом деле, даже когда заходишь в информацию о системе, и тебе пишут, что это не Windows 10 Cloud, а Windows 10 Pro Insider Preview. То есть они пока не все там сделали. Эта сборка даже не предназначена же для обычного тестирования, для обычных как бы, инсайдеров. Это просто утечка какой-то внутренней версии. И тогда... Ну, а хотя бы офис там будет рабочий. Вот. И сейчас как раз стали появляться новости о том, что, например, Telegram появится, Windows Store как сконвертированное приложение, как офис, классические приложения офиса переедут тоже в Store. Все будет в этом плане неплохо. Но вот опять же, что с браузерами, которыми, в принципе, все и пользуются на PC, и не только на PC, но еще и на Mac. Я не думаю, что на Mac там все Safari пользуются. Мне кажется, всем удобнее пользоваться как минимум Chrome, как максимум Firefox. Ну или Vivaldi. Я даже одного человека такого знаю, который Vivaldi пользуется. Вот. А кто-то может пользуется быть... браузером Amiga? Господи, не общайся с ними, они тебе заразят чем. Браузером. Ну, Яндекс браузером что? Много, кстати, знакомых пользуется. Ну, окей. Может быть, с браузерами они тоже что-то решат, но это все равно отбросит очень много приложений. Тут опять же будет негатив такой же, как с RT, когда человек продает типа Windows компьютер, а на самом деле он не совсем Windows компьютер привычный. То есть у человека где-нибудь у себя в квартире, он держит там огромный какой-то старый системный блок, который нужно давно обновить. Ему все говорят, чувак, бери ноут. Он такой думает, ну смотрите, прикольно, там какой-нибудь абстрактный вендор предлагает недорогой ноут, там, например, даже с i3, но он будет стоить дешевле с Cloud за счет того, что нет лицензии там на Home или Pro Windows 10. Он его покупает, приходит домой, включает, пытается настроить, установить свои приложения, которым привык пользоваться на своем писюке, и получает негатив. А потом он сносит систему, ставит VR DVD и пользуется нормальным, хорошим, классным XP, SP4. У меня тут еще есть опасения из-за того, что Cloud легко можно будет, по сути, обновить до Home и Pro. Microsoft будет постоянно, вот как она любит, везде втюхивать всякие всплывающие окна. Уведомления? Да, типа... Но я не могу запустить это приложение, надо обновить до Pro, доплати еще 5 штук, чувак. Ну, тоже будет негатив. Слышали про товарища, главу Epic Games, Тима Суини, как он критиковал компанию Microsoft на тему клауда? Он всегда всех критикует, он критиковал на тему универсальности, на тему Windows Store. Тим Суини просто такой чувак, мне кажется, которого все начинают забывать в какой-то момент. Он хочет напомнить, что он еще жив. Просто да, он какие-то вообще дикие вещи там говорил. Он так же, вроде Microsoft будет держать в заложниках Unreal Engine, Unity, Photoshop, Maya, они украдут ваши деньги и так далее. Ну, это дичь. Это, я говорю, так же, как и Евгений Касперский, который лишился части рынка из-за того, что новые винды, они более-менее безопасны сами по себе, и плюс еще у них есть свой Defender, встроенный антивирус, который тоже неплохой, поэтому многие перестали ставить сторонние антивирусы. Он тоже постоянно пишет, что типа, ой-ой-ой, все плохо, не пользуйтесь Microsoft, там они утекают, все данные переходят фиг знает куда, они там хранят ваше перемещение мышкой по рабочему столу, все знают, телеметрия вообще проникла всюду. И при этом он же так кричит про Android. То есть тема популярная, все на слуху, поэтому чисто инфоповод нужен для того, чтобы о себе напомнить в СМИ. Тим Суини, по-моему, такой же чувак. Замечу небольшой референс в сторону по поводу антивирусов. Компания Mozilla недавно заявила публично, да, выставила сообщение о том, что не рекомендует ставить дополнительные антивирусы, если люди пользуются десяткой и, соответственно, ставят все обновления в автоматическом режиме, потому что де-факто это лишь наслоение дополнительное некого ограничивающего производительность фактора. И, то есть, если у вас там какой-то семерка там, или XP тем более, тогда да, окей, ставьте, да, но если у вас десятка, уши не стоит прям так. То есть это официальное было сообщение. По поводу Суини я тоже могу добавить, мне кажется, что это просто некая внутренняя обида того, что компания Epic Games почти 10 лет кормилась за счет денег Microsoft, выпуская очередные гирзы,
а потом уже поняли они, что, соответственно, ну, они просто какая-то почти внутренняя студия, которая клепает очередной сериал, и им стало обидно, что они теряют вот эти внутреннюю независимость или что-то такое, и... Просто это внутренняя обида банальная, мне кажется, да. Да и тем более Paragon, последняя игра Epic Games, откровенно сказать, плохая. И мне... Да, ты пробовал? Я много посмотрел на Ютубе, много послушал на Ютубе, и пока это еще вроде в бете. Я попробовал бету на PS-ке, но я не впечатлился. А что это такое-то вообще? Это типа моба Overwatch. Плюс... В реальности... Это, нет, подожди, это не Overwatch, это Dota моба плюс, с... Это чистая моба с видом от третьего лица. Это гигантика то же самое, нет? Только в другом сеттинге. У нас таких моб вообще много очень. Ну, ничего особого выдающегося, просто неплохая игра. Я про нее особо ничего больше не слышал после того, что как, она появилась в бете, и все, тишина. Ну, такое. Ну, да. Ну, кстати, Тим Суини же тогда сильно критиковал вообще подход этот Universal Windows Platform и такие приложения, которые пишутся под все устройства сразу. Но, с другой стороны... Мы имеем сейчас очень много прикольных штук, которые запускаются и на Xbox, и на компах, и даже на некоторых уцелевших люмиях, и не только люмиях. Вот. Более того, это поддерживает такую жизнь в этих же люмиях, потому что люди выпускают, ну, разработчик, например, Яндекс выпускает, чтобы сделать новую вещь. Что-то я запутался в своих словах. Короче, Яндекс берет, понимает то, что на десятке уже дофига народу большой, много компов с десяткой, и выпускает какую-нибудь Яндекс.Музыку. И вместо того, чтобы делать просто какое-нибудь приложение, типа классическое или только для компов, оно может при этом легко сделать приложение, например, для Xbox, для смартфона. Несмотря на то, что смартфонов мало на рынке, и специально для них никто делать не будет, их как бы вот этим позитивом задевает. И так или иначе, новые приложения появляются на телефонах. И это поддерживает какую-то жизнь именно на мобилках с виндой. Так что тут какая-то позитивная стратегия Microsoft все-таки наблюдается. Но и опять же, универсальные приложения реально прикольно выглядят на Xbox One. То есть я могу спокойно зайти и слушать музыку в фоне с помощью какого-то универсального приложения. Мне кажется, тогда стоит начать уже то, что на Xbox можно как бы будет публиковать игры как и на комп, как и на телефон. Артур. Сейчас попытаюсь ворваться в такой темы. Появились некие сообщения о том, что... Врать не буду, пока все слухи вроде как гуляют по сети... о том, что Microsoft, видя, что, в принципе, ну, понятна ситуация на рынке консолей, что, в принципе, существует отставание Xbox One от PlayStation 4. Тут с этим нужно просто смириться, да? Мы не говорим про качество, мы говорим про количество. То есть продано PlayStation 4, по-моему, порядка 55 миллионов штук, если не ошибаюсь, официальная информация. Не информация, неофициальная информация о количестве проданных Xbox, это около 25 миллионов штук. Соответственно, отрыв гигантский, и требуются ли какие-то дополнительные мотивации для того, чтобы привлечь людей на платформу. Чаще всего говорят о чем, когда говорят о платформе? Об эксклюзивах и количестве игр в целом. Соответственно, если мы говорим о том, что... У Microsoft не хватает денег на то, чтобы количественно взять покупкой эксклюзивов или выдаванием денег большему числу внутренних студий, да и студий внутренних не так много, то тогда, соответственно, стоит брать количественно. Как этого можно добиться? Существует невероятно огромный рынок инди-разработчиков, и это можно наблюдать на примере Стима, но к нему мы еще вернемся. Хотя, в принципе, знаешь, это можно прям пройти так дальше. Ну да, как бы ты практически одну и ту же тему затрагиваешь. Все это есть на примере Стима. Там есть такая секция, которая называется Greenlight, которая позволяет публиковать независимым разработчикам свои игры, заплатив буквально $100, и если сообщество скажет «да, этой игре», она выйдет в Steam, как будто бы это обычная стандартная игра. Сейчас, правда, эта система, которую называем Greenlight, весной закроет, и она перейдет, она заменится сервисом Steam Direct. Тогда уже разработчикам независимым не нужно будет одобрение сообщества, но нужно будет заплатить, по слухам, от 100 долларов до $5000. Таким образом, денежный ценз для независимых разработчиков сильно вырастет, и это позволит отсеять некий, скажем так, некачественный продукт.
Под некачественным продуктом можно подразумевать невероятное количество просто ужасных игр, которые существуют действительно в Steam от независимых разработчиков. Такие, в кавычках, классные игры, как Bitardia, VCB, Vice City или, я не знаю, господи, Bloodbath, Кавказ. Не знаю, там просто очень много откровенной дичи. И, это не стоит забывать подземного человека. Великого Мэдисона. Я не играл, я не фанат Мэдисона, не смотрю, поэтому не знаю. В общем, на самом деле, действительно, Steam стал откровенным мусором, и зачастую эти игры оказываются у тебя в библиотеке только потому, что тебе кто-то подогнал бесплатный ключик из какой-то раздачи, либо ты настолько жаден до карточек, что выбиваешь их, чтобы потом перепродать, чтобы купить еще больше этого мусора. И когда ты, соответственно, видишь, что у тебя библиотека уже перевалила за 1000 игр, а из них играть на самом деле не во что, это показатель. В 2016 году вышло в Steam 4000 игр, это больше, чем за все предыдущие вроде как годы, или как минимум последние 3 года совокупно, поэтому из них сколько хороших игр, ну, не больше, чем каждый обычный год. В общем, все очень плохо со Steam, поэтому они вводят новый ценз. Но, возвращаясь к Xbox, мы как раз таки говорим о том, что, возможно, этот ценз для Xbox банально и уберут, потому что сейчас он представлен в виде программы ID on Xbox, независимые разработчики на Xbox. Он, если я не ошибаюсь, Дим, ты можешь меня, конечно, поправить, он не требует денег, он просто требует подать заявку, с тобой связываются, договариваетесь, если Microsoft игра нравится, они позволяют тебе использовать API Xbox, все вот эти функционал, и публиковать игру, соответственно, на Xbox One в общем порядке. Без этого, да, все именно так. Без этого же ты публиковаться не сможешь. Хотя игру формально можешь сделать, запускать через dev-режим, да, к примеру, поскольку все Xbox, как мы знаем, уже являются dev-китами, и просто включив магическую кнопочку, ваш обычный бокс становится инструментом для разработки. Но, к примеру, так нет, такого нету, к примеру, в обычной Windows Store. Там любую игру можно опубликовать просто без поддержки Xbox. Таким образом, получается, что формально магазин Windows Store един для Xbox, одновременно не един для... Точнее, он един для всех платформ, в то же время он разделен, поскольку, чтобы в реальности опубликоваться в Xbox, тебе нужно пройти сертификацию. Хотя если ты публикуешь, конечно, приложение, то тогда да, приложение не требует сертификации. Оно может быть не сильно едино. И вот, соответственно, мысль подводится к тому, что Microsoft хочет взять количественно, убрать сертификацию и заполнить Xbox трэшем. Или не трэшем, потому что люди существуют разные, и, возможно, у них просто нет там $5000, или они понимают, что сертификацию они не пройдут без, ну, своим текущим продуктом, поскольку им там требуется очень долго допиливаться. То есть текущие инди-игры, которые публикуются в Xbox One, это все равно высококачественный проект, надо сказать честно. И поэтому нужно мнение ваше, в том числе, как вы видите, это плохо или хорошо? Ну, я думаю, это плохо. В том плане, что 70% как минимум, на мой взгляд, игр будет трэшом. И было бы не очень неприятно, если бы, например, Store превратился просто в ту же помойку, что и Steam Greenlight и прочее. Я бы такого для PS, например, не хотел. Руслан, я секунду немножко прерву. Если ты смотрел внимательно новостную ленту, то ты мог заметить, что, по-моему, прошлой неделе или позапрошлой неделе на официальном канале PlayStation был опубликован промо-ролик игры, господи, по-моему, называется на Life of Black Tiger, я не знаю. И там это был какой-то трэш. Да, Life of Black Tiger, все верно сказал. Это был какой-то трэш, порт с мобилок с очень страшным графоном. Про жизнь тигра? Про жизнь тигра, да. Но и... там зато крокодильчики были. Это, конечно, ужасный трэш. Но трэша хватает везде. Но одно дело, что как бы он есть, но где-то кучкуются там, в этом вылистых болотах. А другое дело, если он просто запланит, и среди него будет тяжело найти нормальную игру. Ну, я с тобой не соглашусь, Руслан, что это плохо, потому что я уже говорил о том, о такой стратегии, которую я представляю, пока смотрю со стороны на Microsoft, представляю себе такую стратегию, что Microsoft хочет сделать из Xbox такой какой-то аналог Steam среди консолей, то есть реально, как Артур сказал, взять количество.
И вот Steam упустил тот момент, когда нужно было сказать «горшочек не вари», который они сейчас пытаются опять провернуть, отказываясь от Greenlight. То есть в какой-то момент им нужно было сделать это волевое решение, принять, сказать, типа, ребят, все, мы Greenlight закрываем. Потому что игр действительно слишком много. Когда ты впервые устанавливаешь Steam, то у тебя просто разбегаются реальные глаза, ты можешь листать. То есть ты особо в играх не разбираешься, не знаешь, что хочешь, в принципе, скачать и установить. Ты будешь просто очень-очень долго разбираться в том, что там есть. Там просто реально дебри. Я когда... Короче, расскажу свою историю. Я с ним последний раз пользовался, наверное, году в 11-12. Вот. И тогда это был для меня другой Steam. Когда я поставил его в прошлом году снова, открыл Steam магазинами, то я ужаснулся. Это реально какой-то Google Play или App Store, где... Каждый считающий себя разработчиком человек может придумать какой-нибудь дебильный сюжет, нарисовать там человечка из трех составных каких-то частей и сделать платформер типа Игнатия. Тут у Microsoft как бы есть шанс попасть в какую-то золотую середину, то есть открыть для всех. Сразу скажу, что на Windows Store сейчас есть много игр, которые в принципе сами по себе неплохие. Там есть, например, студия, Артур, не помнишь, как они называются? Game Troopers, да? Game Troopers, да. Да, Game Troopers, который, в принципе, занимается изданием игр только на винду, и они сами по себе, вот как издатели, отбирают очень хорошие проекты. Да, у них, конечно, там есть средненькие, и даже ниже средненького, но в целом, те проекты, за которые не стыдно этим издателям. Если вот эти издатели Game Troopers получат возможность издавать игры на Xbox, они просто расцелуют Microsoft. И владельцы Xbox просто получат возможность покупать игры по цене мобильных игр довольно неплохого качества. Тут только вопрос к разработчикам. Как бы им самим будет вообще интересно этим заниматься или нет. Потому что, когда ты делаешь игру для смартфона или для той же винды, у тебя уже есть как бы готовые контроллеры, готовые все подключения к API. Ты как бы рассчитываешь либо на управление с помощью сенсорного экрана, либо с помощью клавомыши. Здесь же придется заморочиться все-таки с новыми какими-то технологиями для разработчиков и сделать так, чтобы можно было управлять с геймпада всем. Конечно, управление с геймпада есть сейчас и на Windows 10, но все-таки управление именно системное, то есть всякие контролы, дополнительный вызов, опять же, интеграция же со всякими этими штуками, типа, как она по-русски называется, панель Xbox, которая справа, слева вылезает. Вот. Клевая. Тут один владеет Xbox, и не разбираюсь в терминологии. Home? Чего? Home? Нет, ну как называется? Нет. Когда... Выезжающая панелька слева. Да, короче, ну быстрое меню вот это слева, быстрая панель, которую ты просто нажимаешь сейчас на новых дашбордах на кнопку Xbox на геймпаде, у тебя появляется там сразу список друзей, всякая вот эта штука, возможность сделать ролик, возможность сделать скриншот, возможность запустить фоновую музыку. С этим же тоже придется всем разбираться, интегрировать все эти штуки разработчикам в свои игры. Опять же, им придется разбираться с многозадачностью, потому что многозадачность на Xbox и многозадачность на винде – это разные штуки. Там везде свои нюансы есть. В том, что есть в работе с железом есть свои нюансы. Дим, я ворвусь на этот момент. По поводу того, вот этой панельки, записи и прочих скриншотов, она является отдельной от игр, и она просто встроена в систему. То есть ты можешь включить любую Win 32 игру, если ты нажмешь на кнопку Xbox, примерно на джойстике своем, да, геймпаде, то у тебя эта панелька в любом случае выйдет, хотя разработчик этой задачи не ставился. То есть это не требует от разработчика. Это раз. Если у тебя приложение сделано под, например, управление мышкой, то в Xbox One есть эмуляция мыши, поэтому у тебя будет курсор в любом случае показываться, который ты можешь управлять при помощи джойстика. Поэтому тут тоже от разработчика ничего не требуется. То есть ты хочешь сказать то, что в принципе низкий порог вхождения будет в магазин, в секцию Xbox. То есть, по сути, те же Game Troopers смогут своим разрабам просто разослать, ребята, зашибись. У нас есть хорошая новость, теперь вы можете свои игры выпустить на Xbox. Они такие, там, может быть, что-нибудь подпилим в плане железа и адаптации. И они скажут, нет, конечно, не будем, давайте просто все заполоним говном. Это весьма вероятнее, кстати, да. Момент такой еще есть, что... Тут, конечно, надо учитывать, что API бывают разные, и поэтому, если унификация не будет такая полная, то тут, конечно, могут быть расхождения, но мне кажется, это вся тема будет полностью интегрирована с выходом и клауда, Вот в целом Creators Update. Системы, Creators Update, когда вот эти, возможно, мобильную систему объединят с настольной из-за ARM и, соответственно, выходом Scorpio.
у которого там все сделают как надо. Вообще, Катя, расскажу еще тоже частную историю. Вот когда объявили, что Greenlight закрывается, у меня друг, он разработчик, очень небольшой, скажем так, разработчик, да, он как раз-таки, ну, рассчитывал на Greenlight, он делает игру, очень медленно делает ее, потому что это как хобби отчасти. И он, соответственно, беспокоится, вроде как, ребят, типа, ну все, я пролетел, потому что у меня 5000 денег платить ради этой игры нет, и явно не окупится с 5000 долларов. И он, соответственно, приуныл немножко. Я ему, конечно, посоветовал, что вроде как есть GOG, там тоже принимают игры. Я думаю, кстати, GOG сейчас начнет принимать их массово. Это такая платформа тоже, как Steam, только без DRM. То есть... Она же от этих, от CD Projekt, да, которые да, Ведьмака делали. Да, да. И я предложил ему Windows Store, потому что надо понимать, что он, у меня друг, соответственно, делает классические Windows-то приложения, он не умеет делать UDP, не будет даже заморачиваться, поэтому я сказал ему, окей, возьми конвертер, конвертни свою Windows 2 игру с помощью конвертера, получи UDP, опубликуй Windows 10 Store. Windows 10 Store попадет прям как easy, нормально будет. Потом напиши с, вроде как Майком, дай им свою игру, скажи, что он будет эксклюзивом для Xbox One и Windows 10, скажи, что согласен на Play Anywhere, они тебе дадут промоушен, ты будешь на главной странице в течение недели. Вот тебе деньги и профит, и слава, и все бесплатно. Ну да, слушай, я сейчас подумал о том, что в принципе получается Greenlight закрывается без объявления войны. По сути, ты говоришь весной, да, по слухам. Значит, это через месяц, через два. Реально таких чуваков, я думаю, он тебе этот друг не одинок. И таких чуваков довольно много, которые пилили долгое время свои игры, и теперь им некуда их деть. Потому что они не хотят искать там 5 штук баксов, чтобы пролезть. При этом Microsoft им как раз либо для студентов вообще бесплатно, для маленьких компаний тоже бесплатно дает по беспарку и... Как у них называется эта штука-то? Есть беспарк для бизнеса, а есть... Тримиспарк. Dreamspark для студентов, для образовательных учреждений. Либо там заплатить небольшую сумму для того, чтобы просто войти в Windows Store как разработчик. И дальше уже двигаться именно в Windows Store. По-моему, хороший шанс для чуваков, которые пилили игры и не смогли их разместить в Greenlight в свое время. И тут еще есть такой момент, откровенно говоря, игр же мало, что под Windows, что под Xbox. Тем более инди. Потому что пока все, что выходит, такие громкие релизы интересные, это все же такой серьезный разработчик, серьезные издатели, там всякие Герзы, Форцы, Resident Evil, Tomb Raider. Вот. А хорошей индюшатины нет. И если конкуренции в плане индюшатины особо нет, собственно, why not? Чуваки, для вас шанс есть. А почему вы именно про 5000 говорите? Там же от 100 долларов, а 100 долларов это совсем небольшие деньги. Я думаю, очень многие разрабы смогут их потянуть. Руслан, это пока еще суммы на уровне слухов, потому что официальные показатели цены не были объявлены. То есть, конечно, все настраиваются уже на негатив, потому что как бы цифра 5000 тоже ниоткуда-то взялась, да? Там вроде бы как планируется насчет того, что цена будет варьироваться от того, на каком... Как оценивают проект? Я так понимаю, что если видит Steam, что у тебя откровенно плохая игра, она хотя бы с тебя денег соберет побольше. Но это получается зато неплохая модерация рублем, долларом. А вот, кстати, Microsoft какую-нибудь такую модерацию для своего праздника индюшатины будут вводить? Я думаю, да, потому что в свое время, когда была активна такая штука Xbox Live, и на телефонах, и на компах, и... то все игры, которые выходили в секции Xbox Live, проходили просто огромнейшую такую систему модерации. Там целые комиссии сидели, которые рассматривали геймплей, социальную составляющую, там таблицу достижений, как придумывали разрабы и дизайнеры. То есть... Но если вот тут хлынет поток просто, все дичайше подорвутся скорее крафтить игры, справятся ли люди просто с модерацией? Дим, такой? Как раз-таки, извините, я вот это соль как раз в том, что сейчас единственное препятствие для того, чтобы опубликоваться, это не деньги, правильно я снова повторяю, а это как раз та самая комиссия. Я как раз говорю о том, чтобы ее убрали совсем... чтобы могли публиковать это так же просто, как простой Windows Store. То есть взял, нажал «Добавить», ввел данные, имя, описание, скриншотики, видео,
запихнул туда там AppX, нажал опубликовать, ждешь некоторое время, они проверяют, тестируют на ошибки, говорят, окей, парень, ты прошел гайдлайны, твоя программа, игра работает хорошо, она опубликована. Я опубликовал Windows Store приложение, поэтому я знаю, как это выглядит. Это все очень просто. Ну да. Это знаешь, как... там будет игра говно 1, нажимая на кнопку, ура. Ну... Они же прогоняют их по техническим тестам, там реально типа, запустилось. Поработало 5 минут, ну супер вообще. Ну что-то вроде да. То есть это какие-то не человеческие, а синтетические написанные тесты, получается? Я прям вижу, там написано, протестировано на там 640-й Lumi, там на какой-нибудь там Elite X3, там на планшете таком-то. То есть они тестируют на живом, живых условиях. Да, 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 живые люди, потому что они в случае неудачи пишут тебе, реальный чувак пишет, типа, с отчетом. Типа, я протестировал на таком, обнаружил такую-то проблему, грубо говоря, на каком-то там телефоне не смогут вызвать перед вами приложение навигационной панели люди, поэтому извини, чувак, исправляй. Мне больше всего не нравилось, что они очень массово в последнее время требуют от того, чтобы делали людям, господи, как это, privacy, как он там называется. Ну, в общем, они очень сильно упоролись по... Конфиденциальности? Конфиденциальности, мне это реально раздражает, поскольку мне банально, ну, там нечего предоставлять, пишу уже какие-то просто материалы для отмазки, чтобы лишь приняли. Ну, это крайний бред, на самом деле, иногда. Ладно, на самом деле, мне кажется, мы поняли подход о том, что вроде как это спорная вещь, но в то же время может дать какие-то глобальные преимущества для того, чтобы разработчики просто массово пошли и таким образом дали платную монетизацию Microsoft. Это все, опять же, на уровне слухов, не факт, что это будет, и, честно скажу, я пока очень скептически к этому отношусь, но в этом есть определенные свои плюсы. Возвращаясь, получается, к Xbox немножко с другой стороны, ты сказал про вот эти последние дашборды, что выезжает панель оттуда, соответственно, это новое обновление для Xbox, и я думаю, кто следит за Xbox, но при этом не сидит на версиях инсайдера Xbox-овского, будет интересно узнать, что в этих обновлениях будет, Дима. Ну, кстати, я как раз из тех людей, которые не сидит на инсайдере, точнее, я сижу, но у меня цикл обновления такой, что я вообще нифига не вижу, нифига не получаю. Я, видимо, получу новую сборку там за 1.5-2 недели до ее релиза. Вот. А, кстати, последнее обновление для тех, кто находится в альфа-тестировании, вообще прикольное, там появился родительский контроль. То есть ты можешь добавить аккаунт своего ребенка и указать часы и время, сколько он может провести в какой-то вот период времени, сколько он может там 1.5 часа или час поиграть в консоль. Прям вот жестко такое расписание, детально расписанное. Мне кажется, такое было еще где-то в XP. Такое так... было еще в компьютерных клубах 90-х. Ну да, да, да. Ну то же самое, ты такой приходишь домой, у тебя компьютерный клуб только с консолью и Xbox. Ну вот, и игр нет, и играть не дают. Вообще отлично. Все для школьников. Вот. Кстати, наверное, стоит еще рассказать о том, как сейчас работает программа Xbox Insider, потому что раньше было проще, раньше было лучше. Когда ты участвуешь в программе Xbox Insider, она называлась, кстати, Insider Program, Xbox One Insider Program, да. То есть, если ты в ней участвуешь, ты можешь пригласить своих друзей, поучаствовать в ней тоже. Если они действительно хотя бы какой-то частотой запускают консоль, играют там, ходят по приложениям, то тоже комиссия сидит, которая рассматривает заявку, принимает их в эту программу. И дальше все вместе чуваки получают новые версии дашборда. Там были некоторые случаи, когда определенное количество самых активных инсайдеров получало там раньше на несколько дней или даже на неделю новую версию дашборда. Но это такие частные случаи перед большими какими-то релизами, перед большими изменениями в дашборде. Например, когда выходил дашборд, полностью основан на 10-й винде, а не на 8-й, как раньше. Но никакого разделения, по сути, на циклы не было, как сейчас в Windows Insider, где есть уже как минимум 3 цикла, где есть быстрый цикл, медленный цикл и релиз-превью, когда ты получаешь практически уже самые стабильные версии, предрелизные, но с, возможно, какими-то багами на определенном оборудовании. Но в целом никаких фатальных багов там нет. Сейчас Xbox Insider вообще такая сложная штука. Во-первых, туда не так просто попасть. Во-вторых, если туда попадаешь, есть два предварительных цикла. Там Ring 4 и Ring 3. Все зависит от твоего уровня вообще
инсайдера. Там, кстати, реально сейчас штука, геймификация такая пошла. То есть ты проходишь разные квесты, отвечаешь на вопросы во время использования предварительных версий приложений, проходишь всякие тесты, и тебе за это дают баллы. Эти баллы у тебя копятся, потом ты получаешь новый уровень, и по этим уровням, собственно, наградируется доступ к определенным циклам сборок. Третий и четвертый — это самые такие простые, которые ничего толком не получают. Это как вот релиз превью на Windows Insider. То есть ты получишь там за неделю или за несколько дней до общего релиза новую версию, без патчей просто. А потом выпустят уже для всех версию с патчами. Если ты более-менее активный, постоянно пишешь фидбэк, постоянно участвуешь во всяких квестах, опросах, то у тебя появляется доступ к бете. Как раз бета — это те, кто получает нестабильные версии с кучей проблем, но при этом с кучей новых возможностей. Они одни из первых их получают. Но самые первые получает альфа. Альфа — это просто, видимо, самые-самые крутые чуваки в инсайдере, потому что даже наш Арсений, который просто вот дикий фанат всяких инсайдерских сборок, он там в каждой закагуре не пытается разобраться, он до сих пор сидит на бете, то есть он недостаточно крут, чтобы попасть в альфу. И никто статистики точно не знает, но в альфе наверняка сейчас там пару десятков человек, может быть, там 20-30. Ну, это мое предположение, это, конечно же, неофициальная информация. Вот, и, соответственно, я пока как бы на своей шкуре все это испытать не могу, всю эту прелесть Creators Update, и в том числе новый хомскрин, новый дашборд для меня недоступны. Но я зато как бы в курсе всего этого дела и могу более-менее рассказать о том, что там вообще происходит сейчас. Так, вот как раз про хомскрин — это самое важное изменение в новом дашборде. То есть сейчас, когда ты на текущей версии дашборда заходишь на хомскрин, у тебя, по сути, полэкрана занимает просто картинка игры или приложения, которое сейчас у тебя запущено был последний раз. То есть то, что работает у тебя в фоне. И ниже идут, соответственно, стопкой такие же игры и приложения, которые последний раз запускал, они сейчас, скорее всего, висят в фоне, если им памяти хватает. Теперь вместо вот этой большой плашки под последнюю игру или приложение отведена... То есть она превратилась в не простую плашку, а такой серьезный функциональный блок. Там есть, во-первых, соответственно, обложка этого приложения или игры, есть его название, есть список твоих друзей, которые играют в эту игру и запускают это приложение. И появился быстрый доступ к геймхабу, игровому концентратору, игровому центру, доступ к клубам и к возможности быстро расшарить клип или скриншот. То есть это главное изменение вообще в интерфейсе. Плюс еще появилась возможность открытия боковой панели функциональной с помощью одного нажатия на кнопку Xbox на геймпаде. То есть раньше нужно было два раза нажать, и ты только после этого в этом случае откроешь эту панель. Если ты нажимаешь один раз, то ты попадаешь просто на Home. Это было не очень удобно, потому что не очень очевидно, с какой скоростью должен два раза нажать на кнопку. И часто люди проваливались в Home, когда им нужно было быстренько там запустить запись клипа или сделать скриншот. Это реально не очень удобно. Вот. И боковая панель стала прям очень клевой. Там появилась специальная секция с достижениями, где вы можете прогресс по каждому из активных достижений отслеживать, видеть вообще, сколько у вас достижений в игре, какие достижения еще можете получить и так далее. Вот. Кстати, Россия же так и не получила Кортану. Вот. Но те страны, в которых уже Кортана официально запущена, в этих регионах с языком, там, по-моему, в Германии он сейчас запущен, понятно, в Штатах, в Индии, Австралии, Италии, Франции, наверное, Испании. В Японии, по-моему, тоже Кортану запускали, да? А, нет, не в Японии, а в Китае. Они назвали ее специально как-то. Она даже называется не Кортана, а по-другому как-то. Вот. Вот эти страны появились... Для них появилась возможность оставлять уведомления и напоминания для Кортаны. То есть, чтобы... Кортана, я хочу пообедать в 7 часов вечера. Ты играешь, не замечаешь, как летит время, и в 7 часов вечера у тебя появляется уведомление о том, что пора уже покушать. Вот. Опять же, большой проблемой вообще была система обновлений в Xbox. Потому что не очень понятно, какой прогресс скачивания, какой статус сейчас установки. То есть на винде есть это все. Понятно, когда скачивается само обновление, когда идет подготовка, когда через какое время приблизительно система перезагрузится. Здесь ничего этого не было. Теперь экран обновления стал более функциональным и информативным. Все стало как бы прозрачным и просто. И еще добавилось... У нас как бы Xbox One работает в двух режимах.
может работать вообще в двух режимах, в зависимости от того, как выберет пользователь. Он может работать в экономичном режиме, когда он, по сути, включается-выключается, как раньше была гибернация на компьютерах, либо он в спящем режиме работает. И при этом в этом спящем режиме он может спокойно докачивать обновления для игр, для системы, перезагружаться. То есть, если вышел новый дашборд, а ты на работе, у тебя Xbox дома спит, ты приходишь вечером, уже открываешь новый дашборд. Сейчас появился как бы расширенные настройки для тех, кто экономит энергию. Вспомнить бы, как там все сейчас работает. Насколько я помню, можно включить вот это автоматическое обновление даже в режиме энергосбережения. Тогда, по сути, вы поиграли, закончили играть, вышли на хомскрин, выключаете консоль. На самом деле она не выключается, а переходит в такой спящий режим, в котором, собственно, скачивает, устанавливает обновление и перезагружается повторно. После этого она уже полностью выключается. Это достаточно удобно для тех, кто хочет и сохранять энергию, экономить ее и поддерживать всегда свежую версию ПО на своей консоли. Вот. Там, конечно, очень-очень много улучшений всяких, как в плане производительности, так и в плане мелких функций. Вот опять же, благодаря тому, что там Windows 10 с универсальными приложениями обновляются всякие штуки типа скриншотилки, DVR, интеграция с Xbox Live. И вообще, кстати, Microsoft делает акцент в рамках Creators Update, что обновление игровых всяких фишек как для консоли, так и для PC идут, в принципе, параллельно. То есть они реально взаимосвязаны. И приложение Xbox на Windows для инсайдеров, оно имеет практически все те же функции, что и социальная составляющая Xbox One. И вот, собственно, и все. Очень большой диалог вышел, точнее, монолог. Монолог. Да-да-да. Ну, в реальности, конечно, нам добавить нечего, наверное, на эту тему, поскольку бокса-то у нас нет. А, отчасти это печально, на самом деле. Да, пора бы уже осознать, какая консоль на самом деле стоит покупки. PlayStation 4. Да, нет, это шутки на onetile.ru. К вам, конечно, что-то не будет, но мы посмеемся за вас. Ну, вообще, это отдельная тема. Мы уже ее обсуждали, мы пришли к мнению тому, что мы не сможем договориться в итоге. Честно скажем, да, есть у нас тут в закромах один материал. Будем спорить в отдельном материале. Это не будет видеоаудио, это отдельный наш секрет. Материал уже готовится, поэтому следите за сайтом. На самом деле, очень классный материал будет. Я надеюсь, будет много на эту тему срача, комментов и вообще ярких эмоций и комментариев особенных наших знакомых, скажем так. Ладно, переходя к теме о том, что... Мобильных девайсов, как правильно сказал Дима, надо вспомнить такую выставку, как Mobile World Congress, которая проходит в Барселоне ежегодно. Это одна из крупнейших выставок потребительской электроники, где обычно свои устройства представляют производители. И, конечно же, там не будет Microsoft, потому что представлять-то нечего. Но будут ее партнеры. Много других производителей, в том числе партнеров, которые могут представить что-то классное и интересное. Поэтому... Я опять предоставляю слово Диме, поскольку, честно скажу, у меня нет никаких идей о том, что там будет представлять, поэтому, надеюсь, ты сможешь нас просветить и рассказать что-то интересное. Ты меня подставил сейчас просто. Я, на самом деле, уже несколько лет вообще особо не слежу за тем, что происходит в Барселоне, по той простой причине, что лично для меня там интересного происходит мало. И даже дело не в том, что последние там, 5-6 лет я чисто Windows-юзер, ну, за исключением последнего полугодия. Вот. А дело в том, что, на мой взгляд, вообще смартфоны, планшеты и даже местами ноутбуки – дико скучное устройство. И они как-то плохо развиваются, рынок очень сильно завяз. Вот. Но вот серьезно, нет больше таких вот интересных компаний, которые приходят и говорят, типа, вау, смотри, какая у нас клевая штука, мы придумали там кучу всего, теперь у нас там будет камера лучше всех, у нас там будет что-то лучше всех, там мы такого никогда не делали, вообще больше никто никогда такого не делал. Вот. В прошлом году попробовала LG компания со своим G5 модульным, вот. Но сама идея прикольная, но, в принципе, я даже рассматривал некоторое время как вариант для покупки этого устройства. Но сама реализация оказалась не очень на уровне достойном. Вот, и все довольно-таки спорно и печально получилось в итоге. И
такое ощущение, что компании действительно боятся экспериментировать, они боятся идти куда-то вперед или даже просто сделать шаг в сторону и придумать что-то новое. Вот помните, как в течение последних там 2-3 месяцев, когда появились первые слухи о Samsung Galaxy S8, чего только про него не говорили. И кто-то говорил, что у него будет какой-то инновационный сканер отпечатков пальцев прямо под стеклом, что там какие-то новые технологии, вообще там чуть ли не 95% передней панели это будет дисплей AMOLED с загнутыми краями, все будет очень-очень круто, замечательно и все такое. А в итоге последние слитые рендеры и информация вообще об этом устройстве говорит нам о том, что довольно-таки скучный девайс получается пока что у Samsung. Не знаю, насколько это все правдиво, потому что, соответственно, официального анонса пока не было. Но пока выходит так, что это тот же Galaxy S7, может быть, увеличенный в размерах, у него не будет навигационной панели с отдельными кнопками физическими, ну и у него будет, что самое поганое, на мой взгляд, сканер отпечатков пальцев рядом с камерой. То есть, если ты реально перепутаешь и забудешь, где у тебя сканер отпечатков пальцев, ты просто будешь возюкать своим жирным кончиком пальца по стеклу камеры. Это же омерзительно. И это не так удобно, как на Home кнопке. Ну, что об этом думаете? Ну, я могу сказать, что у меня опыта с сканером отпечатков пальцев нет, и многие, мне кажется, комментарии сразу будут при прослушивании о том, что «Да не, у меня пальцы не жирные, да что вы, как это так, я не могу перепутать, что дурак, что ли?» Но, честно скажу, я вообще много видел, на самом деле, на том же самом Xiaomi, когда, моментов, когда сканер ставят чуть просто ниже камеры, так что я думаю, что, в принципе, это проблема особенно большой нет, скажу честно, но иметь сканер отпечатка пальцев прямо на передней панели, где лучше всего закрыть ее экраном большего размера, мне кажется, это все-таки как-то логики больше, честно скажу, поэтому я с тобой не соглашусь. Ну, логики больше, инноваций меньше, и действительно, слушай, но по сути мы сейчас все пользуемся девайсами, которые 3-4 года могут спокойно выполнять свои функции. У меня, например, планшет Asus Nexus 2013 года, 7-й, и он, конечно, у него уже есть какие-то тормоза, он не все игры тянет так, как хотелось бы, и он местами действительно сильно тормозит, но там 2.5 года, 3 года назад он еще полностью справлялся со всеми задачами. Ну, нет смысла менять сейчас девайсы просто потому, что они новые. Есть смысл менять девайс только потому, что, типа, что-то крутое. С другой стороны, я, конечно, понимаю, что сейчас ни одна компания не ведет такой особо выгодный мобильный бизнес, и все в каком-то вот подвешенном состоянии, и никто не хочет рисковать. Может быть, даже компания Apple не хочет рисковать именно поэтому. Ну как, вот, они, кстати, показали этот тачбар, ты что, они... Ну, они, видишь, они рискнули. Они не отказались от 3.5-миллиметрового аудиоразъема? Да, это такие очень спорные вещи, поэтому вполне можно назвать рискованными. Да. Особенно порты на новых MacBook'ах. А, кстати, ну да. Вот отдельная тема по поводу этих разъемов. Появилась новость о том, что Apple выводит сейчас на рынок еще один разъем для того, чтобы решить проблему, которую они сами же и создали. Новый разъем будет называться Ultra Accessory Connector, и в реальности это 8-контактный разъем, который уже существовал раньше, не помню, честно, название, как он назывался раньше, его использовала компания Canon для подключения, точнее, компания Nikon, который использовал в своих камерах его. И они просто расчехлили старый порт, который не надо придумывать, и они его введут для того, чтобы создать слой совместимости между лайтнингами и 3.5-миллиметровыми разъемами и USB-C. То есть мы создадим еще один разъем для того, чтобы соединить наши старые разъемы, которые несовместимы с другими разъемами. И в общем, ну, что-то страшное, в общем, такое. А я дичайше жду такую штуку, как wireless USB. Я просто очень и очень сильно ее жду. Ее же там вроде утвердили же как стандарт, но пока никто им особо не занимается в плане железа. По-моему, это очень круто, и это спасет нас от кучи проблем с проводами. Но опять же, нужны аккумуляторы нормальные. А что это, если вкратце? Если совсем грубо и вкратце, то, по сути, ты просто по тем же частотам, что и Wi-Fi, цепляешь девайс, там, допустим, мышку. Они, собственно, сейчас так же цепляются. Просто для этого есть проприетарные всякие штуки, которые производитель той же мышки специальный адаптер пихает. То есть, например, у меня ноутбук с поддержкой wireless USB.
я покупаю новую мышку с поддержкой этой же технологии, покупаю гарнитуру с поддержкой этой же технологии, там, покупаю телефон с поддержкой этой же технологии. И я цепляю с помощью специального интерфейса операционной системы по Wi-Fi, грубо говоря. Как вот я подключаю сейчас гарнитуру по Bluetooth, также я буду подключать эти все устройства, в том числе и телефон. И они будут распознавать системы, как обычное USB-устройство. Так, то а если у меня нет Wi-Fi, если я в деревне, в глуши, в лесу? То зачем тебе все это, чувак? Тебе надо выжить, блин, пока я, может быть, какой-нибудь хипстер-дауншифтер, хочу ловить рыбу и, не знаю, смотреть ютубчик Вилсакома. Купи, ну, смотри, ноги, пожалуйста. И забудь. Все. Нет, тогда он не сможет Вилсакома смотреть. Ему надо. А как ты будешь в лесу смотреть Вилсакома при таких скоростях? Зачем тебе смотреть Вилсакома? Смотри диалоги о рыбалке там на телеканале России. Я и вам затевахи, да, и будем сейчас ловить карасей. Рыбалка как образ жизни должна быть уже. И не до Вилсакома тебе должно быть уже. Ты можешь сам просто сойти с ума и нарисовать там какой-нибудь шишки лицо Вилсы и делать вид, что он тебе это рассказывает. Это будет аж прикольнее. Я так подумал, что, знаете, выехать на природу, ловить рыбу, заниматься всякой этой дичью сельской для того, чтобы словить какой-то творческий трип, чтобы вернуться обратно в город и начать мутить какой-то контент для Ютуба, чтобы стать оригинальным блогером и ловить кучу просмотров. Тебе даже не надо будет возвращаться в город, ты просто можешь поехать в отдаленный какой-то хутор, там вести сельское хозяйство, рассказывать об этом, потихонечку сходить с ума. Тебе надо на что-то это записывать, а для этого тебе нужно мобильное устройство. Ну и без проблем. Ты сейчас просто. Тебе даже на самом деле не нужно мобильное устройство. Просто GoPro-шку какую-нибудь купишь, повесишь ее на корову, и она тебе будет сама снимать. Господи, это... А потом приедешь в город и запустишь новый Microsoft Store индишатина на Xbox. Симулятор коровы, который записывает сумасшедшего фермера. Но есть же, в конце концов, симулятор доения коровы. На Nintendo Switch. Больше абсурда. Если возвращаться, на самом деле, к Mobile World Congress, то можно вспомнить несколько продуктов, которые, на самом деле, я уже упоминал в нашем подкасте. Это очередные модели Nokia, которые все обещают, что она выдаст их, на самом деле, в лице компании HMD Global. И объявленная ранее, предполагаемая, как минимум, Nokia 8, на самом деле, будет называться Nokia P1. И будет флагманским продуктом на 835 Snapdragon, 6 гигабайтами оперативной памяти и 5,5-дюймовым, точнее 5,3-дюйма дисплеем. Весьма вероятно, что чуть ли не 2К, хотя может и Full HD, пока неизвестно. И 256-гигабайтным накопителем. И я, черт побери, не понимаю, зачем столько места нужно. Хотя, может быть, внутри на самом деле 4-гигабайтная флеш-память распаянная, и где-то там еще китайцы прикрутили просто встроенную флешку 4-го класса на 256 гигабайт. Не, не бывает 4-го класса на 256 гигабайт. Ну, что-то, я посмеяться немножко, что это. Это... У меня такой вопрос. Да, конечно. Прости, я тебя перебил, у меня такой вопрос. А, понимаешь, есть такая проблема сейчас у производителей смартфонов, флагманов, что компания Samsung, которая занимается собственным производством Qualcomm Snapdragon 835, она никому эти чипы не отдает. До тех пор, пока, собственно, не случится релиз S8 на этом чипе, и они будут первой компанией, которая сделала смартфон на Qualcomm Snapdragon 835. И вот как раз сегодня, по-моему, появилась вот эта утечка, что LG G6, новый флагман компании LG 2017 года будет работать на Snapdragon 821. И я что-то сильно сомневаюсь, что компания HDM Global, которая выступает как под брендом Nokia на рынке смартфонов современных, причем пока что она выступает только на рынке Китая, сможет сейчас как-то договориться с Qualcomm и с Samsung, чтобы получить там одними из первых поставки этих чипов. Либо они задержат релиз своего вот этого смартфона P1, который называется как McLaren, до лета где-нибудь. Потому что, ну, представляете, сколько сейчас будет очередей за этими Snapdragon 735, если Samsung разрешит выпускать эти устройства только где-нибудь в апреле. Дима, ну это как анонсы игр для PlayStation 4. Поэтому я думаю, что в Барселоне вообще все устройства флагманские будут представляться либо с 821 Snapdragon, самым последним и самым мощным из доступных, либо просто будет такая история, что вот мы сделали клевый телефон, мы
отправим в продажу только где-нибудь в июне, в июле. Дима, ну это как игры для PlayStation 4, анонс сейчас, релиз через 4 года, о чем ты? Ну так раньше, кстати, это Nokia и Microsoft развлекались таким образом, что они анонсировали новый смартфон, и за редким исключением в магазины устройство попадало там через 2-3 месяца, и то не, на все, не во всех регионах. Ну вон Scorpio анонсировали год назад, черт побери. Нет, они не анонсировали, все-таки это не анонс, а тизер. Если бы они выступили и сказали, типа, вот у нас такое-то железо, у нас такие-то планы, у нас такие-то будут подходы к выпуску игр, к обратной совместимости, туда это анонс. Но, а так они просто деле, сказали, что мы работаем над какой-то... Да. Они сказали спецификации своего железа. Просто по спецификации... Когда? В самом начале еще, время релиза. Они сказали, что именно-то вообще? Они сказали 6 терафлопс, а пропускная это способность там будет такая-то, а скорость памяти будет такая-то. Они все это сказали. Они сказали, что... И что нативные 4К тоже сказали. Нативные 4К, обратная совместимость со всеми играми от 360-го и Xbox One оригинального, не будет эксклюзивов, не считая VR. Все. Хотя нативного 4К там не будет. Будет. На Scorpio будет. А нет, откуда? Checkerboard, рендеринг. Как и в PS Pro. Давайте... Тут, Руслан, мы тогда действительно в прошлых подкастах общались насчет тему того, что, возможно, это будет просто как бы апгрейд на уровне того, что оставят старые процессорные ядра, но просто улучшат видеокарточку на одно поколение лучше, чем у PlayStation 4 Pro, и будет превосходство только по видеокарточке по сравнению с PlayStation 4 Pro, а ничего кардинального не изменится. Но, насколько я сейчас понимаю, новость опять изменилась. Digital Foundry, который сливал эту информацию, она основывалась на ранних железных билдах, скажем так, Scorpio, которые действительно пытались идти в такой тренд. Но сейчас действительно все идет к тому, что все-таки будет настоящий процессор Ryzen, и все нормально будет в этом плане, и все-таки я сейчас уже верю больше в то, что именно такая ситуация будет, поскольку, в принципе, я думаю, Microsoft не дураки, они увидели реакцию, какая была у публике на сообщение Digital Foundry, и, возможно, даже эта утечка, она была проведена специально, чтобы провести исследование общественной реакции. Ну да, и было бы неплохо, если бы все было бы именно так. Потому что я очень позитивно отношусь к тому, что если будет полноценные ядра Ryzen, и это действительно очень качественная будет такая приставка, главное, чтобы они не прогадали по деньгам. И тогда будет все прекрасно, и в этом случае... Позиции могут быть очень сильно укреплены. И, кстати, извините, пожалуйста, что я немножко зайду в стороночку, например, о том же самом Xbox фронте. Были сообщения о том, что... Во всяком случае, спрашивали у Фила Спенсера о том, что возможно ли будет обратная совместимость или, скажем, аккумулятор игры по Xbox 360 на Windows 10. И они сказали, что как бы вроде как весьма вероятно, возможно, в будущем когда-нибудь. То есть мы точно не говорим «нет». И в этом плане я даже так рассматриваю, что вроде как вот этот магазин единый, без рестрикшенов отдельно на десятки, бокс, с единым дилингом, с кроссплатформенными покупками, ачивками и прочим, и единой библиотекой от всех боксов там и ПК, условно говоря, игр, он должен стать некой такой темой Beyond Boundaries, Generations и прочего. Прям как Спенсер на 16-м, да? Там, когда без разницы, на чем ты играешь, то есть ты играешь стабильно в FPS, там, с стабильной графикой на боксе, и ты не заморачиваешься про железо, либо ты играешь на ПК, а без разницы. Тут главное, как ты играешь в игры, а не играешь в железо. И поэтому, блин, мне нравится, на самом деле, как все это выглядит, и таким образом Scorpio — это просто возможность для того, чтобы играть в игры с... лучшей графикой, если ты хочешь этого. А если ты хочешь играть в игру, но тебе не хочется тратить дополнительные деньги, ну, черт побери. Окей, играй дальше на ванке, ты ничего не теряешь. Я уже как бы говорил о том, что Microsoft пытается сделать очередной Steam, типа завалить всех играми и перейти от модели, вот когда им приходится тратить деньги на то, чтобы кормить какие-то студии придворные, чтобы они делали эксклюзивы. Вот, они просто будут зарабатывать на продаже контента, как в свое время сделала Valve. Если у них будет какой-нибудь крутой Scorpio, который будет как флагман, то есть на нем крутая графика, на нем там самые крутые игры, там лучший, короче, опыт AAA проектов. У них будет там Xbox One, Xbox One S, которые будут стоить 200-300 баксов, а то и дешевле, потому что One уже дофига лет.
На них будет куча индюшатины, куча AAA проектов, куча средняка всякого. Вот. И на всех этих консолях они смогут зарабатывать не просто на продаже самих консолей, но и на продаже контента хорошим. А, кстати, Руслан, а ты не помнишь, сейчас Sony также, по сути, зарабатывает. Они не зарабатывают на самих консолях, они зарабатывают на продаже игр, да? Такая ситуация была с PS3. Насколько я знаю, относительно недавно Sony вышли уже окупили все свои затраты, и сейчас уже они зарабатывают на консоли. Mm-hmm. Ну вот, получается, что Microsoft сейчас как проигрывающий, так же, как была PS3 в случае конкуренции Xbox 360, в новом поколении Microsoft со своим Xbox One проигрывает все-таки PlayStation 4, они решили перейти реально, как на мой взгляд, к тактике зарабатывания денег на контенте. И Scorpio, унификация, вот эта вся эмуляция, все это действительно к этому и ведет. Тем более, Артур, если затронул тему эмуляции 360-х, игр от 360-го на PC, собственно, почему бы и нет, потому что One эмулирует все на программном уровне, и там та же десятка, что и на PC, по сути, внутри. Там только проблемы с железом могут быть в плане оптимизации и адаптации. Ну, знаешь, учитывая, что люди, которые сейчас смотрят наш подкаст на YouTube или просто включили видео в нашем посте, и смотрят именно видеоряд, как минимум первые 20 минут видео они смотрели и игру под названием Bayonetta 2, которая является эксклюзивом для приставки Nintendo Wii U, и которую я играл на ПК при помощи эмулятора. И знаете, ну ты не сравнивай все-таки. Ну, извини, когда она идет на 60 FPS, а Wii U это считается текущим поколением, то мне кажется, ну, мощность Wii U, она даже отчасти выше с точки зрения графической подсистемы, чем у 360-го. Запустить, я думаю, самому и к Microsoft эмулятор такой сделать, ну это просто изи. Ну да, тут чисто просто архитектурно в плане магазина и в плане самой операционной системы все решается. Вот. Ну, как думаете, имеет нам смысл сейчас затрагивать какие-то темы или пора прекратить уже мучить бедных слушателей и зрителей? Я думаю, все же стоит пока закругляться. У нас есть действительно еще были темы на этот подкаст, но мы их отложим на следующий раз. Они действительно очень интересные и качественные. И надеюсь, еще они будут совмещены с некими дополнительным текстовым контентом. Инсинуациями разными, да. Ну да, собственно. И, собственно, следите за нашими новостями. Мы очень будем рады, если вы будете писать комментарии вообще по любой теме, что-то вам нравится или не нравится в нашем подкасте, пишите это абсолютно в любых местах, где мы публикуемся. Не забывайте подписываться, соответственно, в подстри в iTunes, господи, в YouTube наш не забывайте. Звездочки в iTunes, звездочки. Да, ставьте там эти классы, да, это не обман. Да, любая критика приветствуется, только не обзывайтесь, пожалуйста, это обидно. Знаешь, это против... Это неправильно все же, знаете, то есть на самом деле, не переходите, да, но как бы если скажете, что там Артур шутит не смешно, да, то вот это правильно я буду сказать. Артур об этом знает, можете не говорить. Да, я знаю. В общем, да, спасибо вам большое, что, собственно, слушали нас, это подкаст Метрокаст, он был уже номер 10, меня зовут Артур Бакиров, со мной еще был Дмитрий Игонькин и Руслан Полонкоев. Пока-пока. Пока.